Всем доброго вечера. Выгуливаю свои красивые ножки. Видите? Вот. Как хорошо. Ой, вообще замечательно. Девчонки, если у вас есть какие-то недостатки в теле, я вас умоляю, вы самые красивые. Запомните это навсегда. Моя нога. Да, и моя нога. Любите себя такими, какими вы есть, если это сделать невозможно что-то. Вот я выгуливаю себя, свои ножки. Пусть даже на вас смотрят, пусть тыкают пальцем, пусть шепчутся. Плевать. Будьте счастливы, будьте любимые, не комплексуйте. Уважайте себя, уважайте свое тело. Если вы еще не ржавели, так как я до 152 килограмм, то не надо этого делать. Не нужно. Нужно любить свое тело и заботиться о нем. Вот, сейчас я от этого очень сильно страдаю, но в плане обвисшей кожи. Так что, а если у вас есть уже такие, ну, недостатки, как у меня, ну, надо принять себя такой, какая ты есть. Допустим, с такими ногами я живу и чувствую себя нормально. Потому что с этим нужно жить. От этого никуда не деться. Живу без комплексов, радуюсь жизни, иду к цели, люблю себя. И вы себя любите, не забывайте о себе. Только вперед, девочки, мальчики. Если у вас какие-то проблемы, все это ерунда. Все, я вас целую, пока-пока.